17 апреля в России в седьмой раз отметили День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Это праздник опытных, заслуженных работников полиции. Тех, кто с честью служил Отечеству, стоял на страже правопорядка и законности. В этот день во дворе ведомства собрались ветераны службы, члены их семей, руководство, а также весь личный состав отдела полиции. Со словами приветствия и поздравления к собравшимся обратился начальник отделения по работе с личным составом отдела МВД России по Славянскому району Юрий Костенко. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации 17 апреля объявлен Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. История Великой России во все времена была представлена славной летописью самоотверженного труда защитников Отечества. Ветераны Министерства внутренних дел и сегодня остаются в строю, принимают самое активное участие в работе отдела, вносят большой вклад в борьбу с преступностью. Не случайно именно в этот день под пристальным взглядом именитых ветеранов службы, перед лицом старших товарищей, коллег, родных и близких, новобранцы приняли присягу. Молодые люди и девушки поклялись уважать, защищать права и свободы граждан, соблюдать закон, достойно исполнять служебный долг. Они не скрывали волнения, что лишь подчеркивало тот факт. Присяга для них не просто красивые слова, а клятва, которой они намерены следовать всю жизнь. Торжественно присягаюсь на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудников органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы. Вместе с Дмитрием клятву верности Российской Федерации дали еще 10 новобранцев. Мероприятие продолжилось в актовом зале. Ветеранам службы за высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».